Добрый день, компания Прогресс Авто приветствует вас на обзоре вилочного погрузчика. Сегодня у нас Toyota, пятнашка, 1,5 тонны, соответственно, грузоподъемности. Вилы 1,20 м, может быть 1,10 м, не очень длинные, но при этом под поддон вообще идеальная длина. Сразу смотрим шины. Здесь перед цельнолитая шина, остаток прекрасный, соответственно, как новая. Зад также цельнолитая шина. Ну, остаток чуть хуже, тем не менее, я думаю, что вопросов не возникнет еще долгие годы. По оснащению. Максимально простая коробка механическая, естественно, первая, вторая передача. И вперед-назад рычаг также реверсивный. По функционалу все так же просто. Соответственно, вверх-вниз каретка и изменение угла атаки. Цилиндры. Смотрим. Сухие, целые. Вообще никаких вопросов здесь нет. Санечки также, естественно, все целы, никаких проблем. Та же самая история с цилиндрами на каретке непосредственно. Видим, что они в очень хорошем состоянии сохранились. По двигателю, естественно, у нас здесь бензин, соответственно, это Toyota FG15. Сейчас будем запускать, посмотреть, как работает. Наработка 1856 моточасов. Для погрузчика немного. Собственно, запуск. Четко, тихо, без проблем работает. Где? Ага. Капот держится на гидравлических упорах, что очень удобно. Вот, собственно, работа двигателя. Сзади, естественно, выхлопа, ничего подобного нет. Работает четко, очень мягко. Я думаю, здесь слышно, то есть вообще практически звука не издает. Двигатель. Очень это приятно в эксплуатации будет. Теперь давайте смотреть на нашу кареточку. Кара пока холодная, естественно, ей тяжеловато будет, то есть надо хотя бы подсос сейчас включить, но этого делать не будем, просто чуть-чуть добавим до адекватных холостых. Ну, естественно, если полностью отпустить, то там на 500 оборотах она также будет поднимать каретку. То есть давление есть, все нормально, но пока не прогрето, все-таки нужно прогревать для работы. То же самое по изменению угла. Видим, что все функционирует. Следа масляного, естественно, не остается. То есть все чистенько, сальники убирают. Кара в очень хорошем сохране. Видим, что чеков никаких нет. Как я говорил, холодная полностью. Смотрим на работу фонарей. Видим моргающий наш поворот. Естественно, все остальное также функционирует. Фары. Сейчас посмотрим. Какой момент включаются. Вот они, наши фары. Фары также горят. Все хорошо. Собственно так. Toyota FG15. Компания Progress Auto. Будет ждать вас. Прекрасный вилочный погрузчик для работы. Всего доброго. Progress Auto.